вода стоит. Намотал леску. Ну, случайно. Что себе ты катушку разобрал? Что я тут мотал? Как он мог разобрать? Ну, вот эту открутил. Готовишься к рыбалке? Папа на рыбалку сегодня уезжает в Астрахань. Мы сходили, купили покушать нам. Так, что у нас? Сыр. Мама любит плавить сыр, да? Мама без сыра не может. Шоколадка. Вот такая. Это Захар себе рожок выбрал. Сырок. Круассан. Чупа-чупс. Так, апельсины я взяла. Две штуки. Что-то две штуки на 80 рублей прям вышли. Ну, они, правда, и стоят 119 рублей килограмм. Колбасу докторскую взяла. Чай пить. Дальше. Брюса корм. Обязательно. Потом тетради. Яйца. Здесь бананы и два мешка яблок. Да, Захар? Да. А может быть не такое? Может быть вот такое? Что-нибудь? Иди, я тебя сфотографирую там, возле столика. Давай мне бумажечку. Это мы к доктору сейчас пойдем. Становись, я здесь сфоткаю. Так, девочки, мы сходили... К доктору ездили. Муж уехал у меня на рыбалку. Всю ночь так плохо спала, потому что ехать 9 часов до Волги. А, вот пакет. Так. Захотелось мне безе. Так, это нам тоже спрятать надо. Это все к чаю. Печенье. Орехи, фисташки, Захаркина булочка, он сегодня одну такую уже съел. Видите, стоит яйцо утром, так и не ел. Это Брюса, чупа-чупс, сода. Мне нужно иногда посуду мыть. Захар выбрал хлеб. Сам притащил и семечки. Хотя у меня жутко болит горло. Хотя вот врач сказала, что ничего не видит по части миндалин. Но у меня хроническое воспаление вот там идет в горле. Это лекарство, сыночек. Не знаю, вот взяла фарингосеп 100 лет. Не принимала. Ну и у Захара тоже. Весь нос в соплях. В желтых. Плюс аденоиды, еще не проходящая херь. Надо посмотреть, нету здесь порванных мест. Все нормально. Нет, она это нельзя. Дома остаемся. Куда? Да никуда мы не поедем. Сходили с Захаром, просто пока непонятно, идут к нам, не идут, бабушка с дедушкой в гости едут, нет. Захар ему Нелли, апельсин. Не хочется апельсин, потому что кислотность, видать, пониженная. Захар выбрал тебе творог, как будто будет есть. Ну, я ему взяла, конечно, всегда ему беру то, что он выбирает. Молоко балыковское сейчас на стол, все родители придут. Сыр тоже, майонез, растительное масло, сметана простоквашина. И здесь... Буду делать котлеты, когда муж приедет. Это фарш. И картошка. Картошка для пюрешки. Захар просит куда-то поехать. А я думаю, этот... Ну, только погулять, если... Захар меня уломал пойти в Fix Price за книжкой. Еле увела его. Да, сынок?
Нам машину выбрала, на Брюса похож. Мне кажется, он не будет ставить, потому что скажет, ну, качество не очень. Да что ж там, одни синие машины ездят, а все. Не папа, не папа. Не знаю, что это Захар выбрал. Под шум волны. Это я себе взяла. Ой, господи, как я Новый год люблю. И маечка. Родителей ждем. Дон-дан. 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 Захар. Дон-дон. Захар, покажи ноутбук свой. На. Покажи. Где ноутбук? О! Рина, это что, с дедушка будет сидеть? Белая Ника. Ой, еще есть мышка. Я думаю, микрофон вообще. Это дедушка сейчас будет. Да? Я пирожки купила в магазине. Ну, уже готовые они с картошкой и грибами. Уже 20 минут прошло. Я их смазала яйцом. Правда, желток не отделяла, ничего. Яйцо, получается, желток с белком. Ну, не люблю я этим заниматься. Он что-то сдувается, сейчас взорвется нибудь. Так, верхушку включу, чтобы подрумянилась, и доставать буду. Собираюсь идти постригаться. Не знаю, мы уже с Захаром пошли в магазин. Туда-сюда. Говорю, Захар, пойдем, я схожу в парикмахерскую, спрошу, сколько стрижка. Сказали, надо голову помыть. Вчера мыла, все равно надо голову помыть. Помыла я, вот сейчас сохнет. Немножко не понимаю, пирожки надо достать. Немножко не понимаю, как это. Захар там будет сидеть, вести себя. Вот. И вот стрижки сейчас смотрю. Хочу покороче подстричься. Муж у меня не любит, когда короткие волосы. У меня уже свой цвет волос повыглазил. Я не хочу краситься, мне это, ну, не хочется уже, надоело. Вот что получилось, красота. Ну что, сынок, опять сухомятку, суп надо есть. Все, я постриглась, сделала себе каре. Не знаю, как правильно, градуированное каре или как. В общем, как-то так. Теперь я чебурашка, мне каждая какашка. На чай вот такой вот. Чай облепихово с имбирем. И, по-моему, я у мамы отличника видела. Если не ошибаюсь, вот они такой заваривали. Вот я хочу попробовать. У меня как-то на масло облепихово какая-то реакция была нездоровая. Я начинала задыхаться, вот переживаю. Ноги свиньи. Хочу сварить холодец. Завтра должен вечером приезжать муж с рыбалки. Он уехал у меня в Астрахань на Волгу. Вот, и поэтому хочу сделать, типа, ему приятно, если это возможно, Захар, да? Руки мыть, руки мыть. Ну, мы забыли вещи. В парикмахерскую Захар брал пакет с игрушками, и я забыла вещи в ящичке, в пятерочке. Иди, мой руки.
Хорошо. Это корни, вот думаю, закрашивать или нет. Нужно еще. Нужно еще. Она между нами. Парикмахер меня спрашивает, не жалко волосы состригать? А я говорю, надоело груз носить, носить мне. Хочу все состричь. Я вообще под мальчику подстриглась. Вот думаю, надо, не надо на бок делать. Не хочу на бок. Я еще на самом деле люблю, когда вот этот разрез по носу. Это самое, как говорится, легкое, обычное, но все должно быть просто. В общем, она у меня спрашивает, докуда мы будем стричься? Я говорю, до плеч. Посмотри, как она меня подстригла. Ну, это я, она не до плеч. Вот. А зачем было спрашивать? Муж не знает, что я буду стричься. Но я ему сказала, ты на рыбалку поедешь, я постригусь. Вот. Как-то так. Ну, ничего, волосы отрастут, это же не зубы. Как у меня лимфоузлы болят, это что-то. Ходила на лимфодренажный массаж. Все теперь болит. Все болит. Там в горле. Этот фарингит у меня хронический с воспалением лимфоузлов. Вообще прям в горле такие боли. Что делать, не знаю. Заказала в аптеку. Просто лимфомиазот я пила пару месяцев назад. Опять его не будешь же пить. Утро, новый день, разговаривать нам день. Вообще вот не могу даже говорить нормально. Что, я вчера холодец сделала. У меня две тарелочки получилось, сейчас вам покажу. Мужу. Мужу нож. Это с чесноком и с фасолью, потому что мясо. Это холодец-то я сварила, а мяса-то нету. Неправильно режу его. Кубики у меня вообще-то режут. Поэтому здесь фасоль. А то мясо, которое у меня было чуть-чуть, свинина, на одной тарелочке, там мало, там чеснока нет вообще. Я предполагаю, что муж у меня без чеснока будет есть. А, как же я рада, что все получилось. Все-таки еще про это не холодно. И не на лоджию не надо убирать. Надо убирать в холодильник. Если это не есть, то будет артрит всякие. Раньше я тоже не любила. Пока не заболела, и полюбила сразу. Пока суставы не начали мыть. Так, варю картошечку на пюре. Котлетосы куриные. Папа у нас уже едет домой с Астрахани. Камызяков. Поселок Камызяк или район Камызякский, не помню уже. Лоток помыла, ванну помыла. Теперь осталось еще полы помыть. Пропылесосить. Я сейчас игрушку свою включу. Я в Watch Dogs играю. Сначала мне не понравилась игра, ну а теперь она мне зашла. Интересная. Ну, там просто вот эти вот хакерские херовины, туда-сюда вот это думать надо нажать. Мне это бесит. Ну, теперь мне интересно. Даже интереснее, чем потом. Где GTA? Потому что мне показалось, что вот чем GTA у меня. Мне показалось, что в Watch Dogs больше возможностей игры, всяких вот таких штук на прохождение.